Привет, друзья, это Выживатор. Я продолжаю выживать в игре The Last of Us 2. В прошлой серии мы расправились с местными мародерами и пытаемся добраться дальше. Кажется, здесь можно проплыть глубже. Это здание вот-вот рухнет, по-моему. Так, тут ничего нету. Элли, давай поднимемся на мост и сориентируемся. Да, хорош. Поднимемся, да. Ну, подъем там, ну, а мы сначала идем сюда. Посмотрим. А, здесь тоже можно. Интересно, что в этой игре, во второй части особенно. Наверное, Эбби выбрала океанариум, потому что до него хрен доберешься. Возможно. У зараженных поведение немного схоже с животными, потому что они стараются выбирать закрытые помещения, прячутся, как в норах. Если ты заходишь в темное помещение, то обычно думаешь о том, что, скорее всего, там будут зараженные. Не люди. А, ничего не могу пока сделать, да, я так смотрю. Не хватает. Ладно, может быть, еще найду что-нибудь. Тут есть два прохода. Давай попробую оттуда. Я на всякий случай спустился в самый низ. Может, не знаю, куда ли ведет. Да, похоже, туда. И ничего тут особенного нету, к сожалению. Поэтому продолжаем наверх продвигаться. Манекены, кстати, часто в играх пугают, потому что иногда можешь воспринять манекен за человека, за угрозу в темноте. Но в этой игре почему-то манекены не пугают, они так стоят, что просто думаешь о том, что вспоминаешь что-то, ну, прошлую жизнь какую-то. А, как красиво, потрясающе. Такой вид офигенный. Боже. А тут-то нам как перебраться? Машины. Можем вон по той дороге.
Только она очень далеко. Или вот так. Да. Лодка? Так лучше. Пошли за мной. Офигенно. Слушай, ну дай полюбоваться видом. Подожди, не уходи. Нам вон туда, в этот парк. Здесь река, блин, офигенно. Река, и вместо порогов здесь машины. Тут автопарковка. Кажется, мы туда сможем добраться. Мне так почему-то очень кажется. Там машины, странно, что они никак не отреагировали на это. Высоко мы. Все поросло. Здание уже вообще скоро рухнет, по-моему. Надо аккуратно. Чем-то это место напоминает. Попробуем здесь. Какой у нас план? Небоскребы первый. Перебьем их и украдем лодку. Лодку-то мы точно заберем. Помешают они сами виноваты. Надеюсь, их там мало. Ну, в лодке до 4 человек, наверное, может быть в этой. Погоди, давай здесь все осмотрим сначала. Закусончики пока не нужны. Но если мы спустимся, я сюда не вернусь. Давай я быстренько еще раз осмотрюсь. Вдруг здесь что-то забыл. Вроде бы все нормально. Что нас там ждет впереди, а? Ничего не понятно. Здесь все в хлам. Что ж такое? Туда пока не пролезаю. Карта. Угу. Видишь, здесь пролезаешь, можешь найти тряпку. Жаль, что тряпка мне для чего не нужна. О, а вот запчасти точно нужны. Yeah.
Давай. Нырять придется. На перешейке. Остальные остаемся здесь. Будем ждать приказа. Какого хрена? Мы должны сидеть тут, пока наших отстреливают. Нам дали приказ. У них хватит людей, чтобы разобраться с одним снайпером. Из-за воды очень сильно шумим. Даже удивительно, что они нас не слышат. Там сверху. Давай, Джесси, ты сможешь. Так, хотя подожди. Я хочу посмотреть, может быть, здесь что-то есть на дне? Нет? Нет, ничего не видно. Надо иметь в виду. Мы можем пробраться к причалу здесь. Нет. Возьмем их лодку. Ты же их слышала, они говорили о Томе. Мы этого не знаем. А о ком же еще? Если так, его там уже не будет к нашему приходу. Он направится в сторону Эбби, так а что если он в беде? Он позаботится о себе. О, Господи. Если хотим помочь Томе, нам нужно найти Эбби. Логика немножко странная. Сделаешь конечно. Это, не буду тебя спасать. Надеюсь, что ты выживешь. Блин. Мне кажется, что Джесси на самом деле был прав, потому что для Джесси в данном случае для Джесси важнее люди. Блин, да вы как нас увидели-то, ё-моё? Бред какой-то. Я, пожалуй, подведу итоги этой серии. Тут, в общем-то, ничего особенного не было. Просто немножко погуляли, полюбовались видами. И мы немножко больше узнали о Джесси. Вот эта ситуация, я бы хотел ее обсудить. Для Джесси важнее Томми, важнее люди, своя команда. Спасти их, помочь им. Может быть, там снайпер даже не наш, да? Может быть, это не Томми, может быть, это шрам какой-нибудь. Но он пытается именно спасти его, ну, понять. Если он в беде,
Он пытается к нему отправиться. А для Элли важнее месть. Она плевать хотела на Томми, и для нее важнее добраться до Эбби. И из-за этого они даже разделились. Что, конечно, крайне рискованно. И оба довольно-таки жестко позицию свою отстаивают. Джесси не стал уговаривать, а просто пошел, а Элли сказал, что не будет его спасать. Это, ну, в каком-то смысле конфликт, только не ярко выраженный. Вот, поэтому мы здесь чуть-чуть больше узнали об этих двоих. И позиция Джесси мне ближе. Позиция Элли немножко попахивает маниакальной какой-то. Маниакальным расстройством, может быть. Для нее прям важнее всего отомстить, найти Эбби. Хотя, скорее всего, там Эбби тоже не будет, как обычно. Что ж, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, звони в колокольчик. И до встречи в убежище на моем канале. Пока.